перед, по-моему, музейный стен, на котором представлена карта расселения этнических групп Северо-Запада и их пути в середине 17 века, к моменту вхождения в состав русского государства всего Северо-Запада Якутии, в том числе территории Аленовского района. Карта сделана на основе ясачных документов 17 века. По бассейнам северных рек Анабара, Оленёка, Нижней Лены и Вилюя кочевали, обживали в основном тунгутские большие орды, которые есть в частных списках названы адьянами, немчанами, эдигенами, синегирами, шалагонами, фугулядами. Например, адьяны, которые обживали низовые рек Лена и Оленёка, они в основном называются как жители низовий. А эдигены переводятся с вентийского как жители среднего течения реки. А вот шалагоны, которые обживали верховые рек Марки, притока Вилюя и верховья на реке Оленёк, шалагоны, они называются жители верховья реки. Вот они в основном платили ясак вилюйскими зимовью. Ну, в середине 17 века вот здесь вспыхнули эпидемии оспы. По местам расселения вот тунгусских городов. И многие вот от них вот вымерли. И освободившие места бассейна Вилюя были обжиты вот якутскими переселенцами, они якутскими родами. Они обжили и вот здесь развили свое скотоводство. Здесь вот тунгусские племена, в то время их назвали тунгусами, которые являются предками эвенков и эвенов. И здесь низовых рек Анабара, Оленёка и Лена, они прорубили своеобразный коридор, оттеснили юкагирийских племен на восток, а самодийские роды на запад.